ребята, меня зовут Алмазник. И, короче, ребята, в сегодняшнем видео мы с вами будем играть в Among Us в Майнкрафте, да. На предыдущей части мы набрали 6 лайков, но я решила еще одну заснять, да. И целых 54 просмотра. Так что, да, сегодня у нас будет Among Us в Майнкрафте, да. Но не такой, как все снимают, знаете, в корабле вот такие там ходите, если вы предатель, у вас есть кнопка kill, не такой, как на серверах, просто вот на обычном ноутбуке, вот таком вот в майнкрафтерском, да. И прямо сейчас, ребята, мы с вами будем играть в Among Us. Так, давайте, ребята, сейчас сядем и давайте, в принципе, начинать играть. В рандомную игру, нет, меня туда не пускают, блин, давайте в эту игру зайдем, и да, у нас получилось отлично, ребята, но пока у нас набираются игроки, вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал, да, это делать обязательно. Так, начинаем через 2, 1, и все, начинаем. Я предатель, блин, я член экипажа, блин, а что у меня такое... я что-то не понял, что мне такое мелкое поле зрения сделали. Вот давайте. А кто тут игру кидает? Так, что у нас тут пишут? Оранжевый кик. Кикайте оранжевого. Будет прикольно, если это реально импостер. Так, давайте за него проголосуем. Импостер. Скип. Так, ну и чё? Пропустить голосование? Ну да пофиг. И кто это сделал? Так, ребята, давайте пойдем повыполняем задание, в принципе, да. Это единственное, что можно сделать в Among Us, когда ты не предатель. Я ненавижу это задание. Блин. Получайте астероиды гребаные. Нужно будет в метапункт сходить и у кого-нибудь на глазах просканироваться, да, ребята. А то, если не просканироваться, типа, вы понимаете, типа, если я просканируюсь, меня все подозрения отведут. Ну да. Давайте, блин, стрёмно было, кто-то около меня прибежал. Ну, надеюсь, это был не предатель. Хотя он бы меня убил. Ну да ладно, так, вот. Давайте сканирка. А как сканироваться в сканирке, ребята? Что ли того? Это как вообще? Это как понимать? Военкомат. Ну, военкомат, слушайте. Ну ладно, довольно неудачная игра у нас получилась. Да, блин. Ладно. Ладно, ребята, давайте, в принципе. Покинуть игру нафиг, найти игру. Давайте в другую подключимся. Да что ж такое-то? Пустите меня в какую-нибудь игру уже. Отлично, так. Давайте начал через 4, 3, 2, 1. И мы начинаем. Пожалуйста, я буду предателем. Вот засекайте, сейчас я буду предателем. Я сейчас буду... я хочу быть предателем. Я хочу быть предателем, ребята. Блин. А чё я так медленно бегаю? Ладно, давайте. В смысле? А что я заданьки не могу выполнять? Вот, видите, я нажимаю на юз, там, наверное, на экране видно, да, вот. И ничего не получается. Блин, странно. А кого-то убили? Никто не пишет ничего. Так, что там пишут у нас? 4 там. Что за 4 там? Так, есть такой игру? 4.
Кто так быстро? Кто пока покинул игру? Видимо, он. Хотя, если бы он был предателем, мы бы автоматически выиграли. Ну ладно, так, давайте. Давайте опять же будем писать. Мое любимое, да, то, что я очень люблю писать в Among Us, да. Это моя самая любимая текст в Among Us, да. Большими буквами, да. Ставьте лайк, кто это тоже любит. Я скип. Ну, он вышел. Кто вышел? Кто? Бобой вышел. Понятно. Я понял. Бандиты у нас тут разные. Ага. Ну, он вышел так. Я ни за кого не буду голосать. И голосать, да, я ни за кого, ребята, не буду голосать. Но он... Чё никто не пишет? Что написано? Надеюсь, не мат. Признавайтесь. Так, и чё бы нам признаться? Я же как бы не предатель. Давайте... Не знаю... Не знаю, фигнёй страдать, давайте. Ну, в принципе, кука хорошее слово, так что давайте пишем. Чисто я, ребята, да. Так, что у нас? Ну, можно побыстрее голосовать? Так. Одна секунда и... Кто за меня был? А, из-за того, что, ребята, я всех бешу, да, наверное, у меня голосуют за то, что я всех бешу. Ух. Ладно, давайте больше не будем никого бесить в Among Us, да. Давайте пойдем выполнять задание. Ну, заданка не выполняется. Я хочу выполнять заданки. Я хочу заданки. Ты куда за мной гонишь? Он, кажется, он за мной гонит, ребята. Там, по-моему, кто-то за мной гнал. Что-то как-то что-то, да? Ну, ребята, пока я бегаю по карте, вы должны поставить ваш царский лайкосик. Да, это обязательно юзан. Так, давайте. Меня сканируют. Отлично, давайте. Кто нашел труп? Ага, можно просто не голосовать? Кто же это мог быть? Кто мог убить кого-то? Можно побыть? Кто? Кто? Вот именно. Кто? Кто? Да не так. Кто? Да не так. Что ж такое-то? Кто? Ладно, блин. Давайте все, больше не будем никого бесить. Слушайте, а игроки-то потихоньку все. Кто? Да. Скип. Кого скип? Кого? Тебя скип? Ну скипайте. Давайте за него. Белого убили. Да, блин. Белого, напишите в комментариях, ребята, а то я что-то не помню. Ладно, пофиг, напишем белого. Да, блин, белого, блин. Надеюсь, реально пишется не белого, нет, скорее всего, белого. Так. Что у нас дальше будет? Кто предатель? Командник проголосовал. Я что, за кого-то реально проголосовал? Кого же скинут, ребята? Надеюсь, за меня никто не голосовал. Бандит проголосовал. Осталось 6.
Так, 4, 3, 2, 1, так, все. Ну, давайте тоже за него. В смысле? А что я не могу голосовать? Я что-то не понял. Мы не смогли принять общего решения. 0 предателей осталось. Вы что, выиграли? Это что, победа? Я что-то не понял. Что, предатель вышел, что ли? А что у меня черный экран? Я что-то не понял. Ладно, давайте точки рассыпать. Реально, а что у меня белый экран? Реально, ребята, что у меня белый экран? Что у меня белый экран? Черный экран, вернее. Я же не дальтоник, да. Я что-то не понял. Ладно, ребята, давайте я верну запись, когда что-то это смогу сделать. Я просто что-то... Ладно, покинуть игру. Ладно, ребята, считайте то, что я выиграл. Ну да, довольно-таки странная игра у нас получилась. Ну да ладно, вы все равно должны за это влепить ваш лайкос, лайкосик, да. И подписочку тоже не мешало бы, да. Обязательно и в комментариях пишите, что это такое с Among Us'ом произошло, да. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всем пока.